Здравствуйте, дорогие друзья! Я сейчас хочу обратиться к людям, которые живут в Прибалтике, в Европе, для тех, кто желает еще иметь встречу, и чтобы мы вместе с вами ее провели в течение 3 дней с 9 по 11 августа на тему «Власть и безопасность христианина в последнее время», то я буду рада встретиться с вами в Литве, в Вильнюсе. И телефон для контакта, для того, чтобы вы все узнали более подробно, где, в какое время и где размещаться. Вы сможете получить эту информацию, телефон, контакт, сразу после объявления, в титрах и под видео. Я буду рада встрече с вами, и каждый раз, когда мы встречаемся с людьми, которые давно молились, давно просили, давно ждали у Бога такой возможности, сегодня открыт этот коридор. И мы хотим им воспользоваться, успеть это сделать. И Господь нам поможет. Поэтому до встречи с теми, у кого есть и желание, и возможность. В Литве с 9 по 11 августа.